Неподалеку от меня стояла огромнейшая территория. Территория папа-клана. В третий раз я встречаю их на этом же сервере. И у меня появилась идея спроектировать самый гениальный дом, чтобы забайтить их на рейд. Не, ну по-моему гениально. Но не всем этот монумент понравился. Ой-ой-ой. И некоторые даже пытались его уничтожить. Ну а начнем мы, как обычно, с рекламки. Warface — это динамичный бесплатный шутер, в который играют миллионы игроков. Warface отличается огромным выбором как PvP, так и PvE контента на любой вкус. Любители PvP могут сражаться в 10 режимах. Отдельного внимания заслуживают PvE миссии с ежедневными заданиями во всех уголках планеты, которые включают в себя миссию в Припяти. А также в Warface стартовал сезон ограбления, который добавил много нового контента. Тебя ждет новая спецоперация, в ходе которой нужно ограбить банк. Новая PvP-карта из 100 уровней боевого пропуска, выполнение которых пополнит арсенал новой броней, оружием и скинами для твоего персонажа. А еще в этой игрушке доступны более сотни видов современного стрелкового оружия. На самом деле его там реально много. Ну а если ты когда-то играл, я думаю, тебе стоит заглянуть в эту игрушку. Врывайся в новый сезон Warface по ссылке в описании и забирай набор подарочного снаряжения. Ну вот люблю я этот сервер, но не могу я без него. 500 онлайна, только на этом сервере можно делать хаос. Йоньк, йоньк. Ух ты. Что это за дом? Чего? Как только я увидел этот прекрасный домик, в моей голове появился план. Я решил подолбить немножечко дерева, чтобы проникнуть на эту базу. I'm just naked. I just wanna farm loot, man. Hello. Да. Наташа? Да. А, русский, ладно. Наташа с подарком, да? Так, а по нику не видно. Это ваш дом, да? Ну да, да. А можно посмотреть? А внутри можно посмотреть? Просто он реально интересный дом, красивый. А внутри там все. А то я уж собирался да. Вам это, навести суету тут это, потолки пристроить, разбить стенку, залутать все. Хе-хе-хе. Офигенный ник, чувак. Ну а потом я убежал от этих ребят собирать яйца. Я про пасхальные. О. И добежав наконец-то до сферы, я услышал большую перестрелку. Ну а так как мне было нечего терять, я решил туда сходить. Тут опять кто-то на отшибе живет. Ой. Ой. В этом самом моменте я еще не знал, что тут живет папа клан. Но я знал, что тут будет контент. Ой, кажется, я нашел, где я буду жить. А, так нифига себе, их тут много. Мне кажется, он идет в мою сторону. Тогда это плохо. Он с базукой побежал. Держи. Хорош. Сколько их сейчас на сферу поднимается, я не понимаю. 7 человек? Я сидел, постреливал по ним. И меня рассекретили. И тут я понял, с кем я имею дело. Это был снова папа клан. Меч остался. Это будет мой счастливый меч. Ух ты, они кого-то тут бахают. Hello. Слушай, почему третий вайп подряд я встречаю вас? Отжав блочку, я попытал свою удачу и пошел антирейдить. Да ё-моё, они тут толпенью рейдят. Я не знаю, почему он не откис. Ух! Домика у меня не было, но у меня появилась первая пушка. И пока там продолжался рейд, я решил спрятать свою МПшку и прибежать к ним еще раз. Я хочу посмотреть, что у них здесь происходит.
Хорош, по ним наяривают. Потихоньку я забивал свой ящик ресурсиками и возвращался к тому домику. Ох, нифига себе их там вышло. С этого рейда я поднялся очень так неплохо, выбил 5 МПшек, но по-прежнему домика у меня не было, и мне нужно было решать этот вопрос. Поэтому я побежал искать фармил. Хорошо как. Нуб. Я подфермил немного дерева и камня и решил отстроить свой домик прямо на этом острове, возле папа клана. Ну, очевидно, я хочу здесь жить. Пофиг, пока здесь построюсь. Особо большого выбора нет. И вы просто не представляете, сколько же бомжар было под моим домом. Лестница. Лестница — это пушка. И морковка. Мне нужны большие ящики по-любому. Ой, какой хороший костюмчик. У меня какая-то тут война намечается с соседями. А это их дом. Я правильно понял? О! Нифига себе. Фармила обыкновенная пришла. Я бегал, камень найти не мог, а он вот, каменной киркой фармит. Ну а папа клан так и не спускался со своей сферы. Я сбегал домой, взял спас и решил разведать обстановочку, как у них поживает их база. Я отсюда не убегу, это Unreal. Ха-ха!
Fucking zerk, man. И в одиночку воевать с 25 китайцами было реально тяжело. И мне нужно было подкрепление. И ко мне на помощь пришел камень в руки. Да, здорово. Кстати говоря, завтра на его канале выйдет новый ролик с моим участием. Совершенно про другой клан. Предлагаю перейти на его канал и подписаться. Ссылочку я оставлю в описании. Че, мне залетать на Расторио? Ты еще опять нашел этот папа-клан, ты уже третий вайп подряд находишь. Да. Контент сейчас будет. Но на этот раз к ним намного тяжелее подойти. Ну или убежать оттуда еще сложнее. У меня уже был план, как поиметь много ресурсов с китайцев. Мы добавились в пати и начали действовать по моей рабочей схеме. Искать фармил. Они могут быть на перераде. О, они да, там да, есть. Прямо здесь. 4 хита. И башка, в смысле? Дядь, добивай его. Он умер. Лучший. Ого, я возьму арбалет. Да, 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 бери. И шмотки надевай. Слушай, а ресурсов у тебя уже офигеть сколько всего. Сколько ты говоришь уже играешь? Не знаю, я час побегал. Нехило так. Камон, это дом, конечно, это база. Один день после вайпа. Офигеть. Там еще и такая территория огромная. Стоп. Их кто-то с территории убивает. Пойдем посмотрим. Давай, мне кажется, давай. Это судьба какая-то. А, да, к ним. К ним можно вообще в решетки залезть, видишь? Так я оконные. Про это и говорил, да. Их очень много. Он уходит. Прям тут, осторожно. Убили, убили. Ты живой? Да. Меня убили. Чел с двушкой. А я убил его. Офигеть. Я бегу, я бегу. Тут тип. Уноси клаш. Не могу. Еще одного убил. Лучший. Еще одного убил. Ты только выживи. Как мне убегать отсюда? Я не знаю, ну пытайся как-нибудь в воду, не знаю, плыви. Я на коне убегу. Я сейчас прибегу, ты все залутал? Да, я убегаю на коне. Я надеюсь, меня сейчас не убьют в спину. Живи, пожалуйста. Беги! Беги! На стенку влепил! Я забрал топ-сет и калаш. Че это сейчас было просто? Я тебе говорю, это эпик. Открывайте. Да, можно с двушкой. Блин, они поставят там окно или нет, как думаешь? Надо с собой немного дерева взять. Лучше, да-да-да. Там можно с другой стороны залезть к ним. По-моему, файты уже закончились, так понимаю. Тут труп лежит. Тип с двушкой идет. Откуда? Минус два. Угу. Еще тип. Он меня убил, нифига он вышел, конечно. Меня тоже убил. И пока я ходил за кофе, я услышал, как мою первую деревянную дверь выжигают. Нас рейдят, алло. Да? Да, огнемет. Я иду. Тут три человека. МП-5-чики. Их тут двое. Одного я убил. Я его убил, да. Колы. Да, вот огнемет. Три хп. Ага. Можно зажечь, если у нас будет дома топливо. Первый рейд мы отбили успешно, но потеряли калаш. И чтобы у нас не сидели под хатой бомжарки, я решил обустроить наш домик. Прикинь, я не могу ставить, потому что у нас билда, короче, с того дома бьет. Сейчас там не будет билды. Двери нет, надо шкаф ломать. Угу. Кто-то прибежал. Я подожду, ломай. Он с револьвером. Найс. Я на один хп. Одного убил. Второй умер. Найс. Боже мой. Было близко. Пойди золотая трупа.
Наконец-то в нашем домике появился первый верстак. И мне однозначно нужно было изучить лестницу, чтобы делать грязь. А для этого нужно было много скрапа. А ближайшая РТшка была к нам сфера, на которой постоянно сидел папа клан. Они на коптере летают. Ну, тоже сфера, например. Ты... мёртв? Да, сейчас отписали, меня убили. Но надежды залутать ее я не терял. И возвращался туда снова. Я ему хит дал. Еще хит. Башку ему дал. Еще башку дал. Но он жив. И пока была ночь, у меня был шанс пробраться к нему поближе. И тут он совершил огромную ошибку. Он не залутал мою двушку. Он на подъеме вот уже перепрыгнул через штуку, где прыгает. Да, я видел его. Он сейчас ящики лутать будет. Он умер. Найс. Хорошая работа. Вопрос, куда МПшка улетела? Вот, я его убил. Она вполне вероятно полетела куда-то сюда. И чтоб вы понимали, МП5 улетела очень далеко на самый-самый низ. Не, не надо. Я вот нашел. Найс. Mission completed. Мы перерабатывали абсолютно все наши компоненты. Так как нам нужно было изучать много всего, на сервере был Global Vibe, и нам нужны были лестницы. 600 скрап, найс. Ну, лестница нам пригодится, это 100%. Двушка. Ну ладно. 125 скрапа, это не беда, но мы изучили то, что может нам дать буст на старте. И как только мы скрафтили лестницы, мы сразу же отправились к папа-клану в гости. Let's go. Все, надеемся на самое лучшее, на калаши и лэрки. А может с собой еще 100 билдинг плана возьмем, там пристраиваться? Я взял, да. Значит, ты убиваешь троих, я двоих, и последнего чисто на соплях добиваем. Отличная идея. Он на крыше, осторожно, на крыше. Давай. Турель к этому, турель к этому. Я внутри. Я с тобой. Тихо. Тут сейчас не спеши, не бегай. Давай посмотрим, что у них по ящику. Ты снизу, Да, я снизу. Надо найти, как к ним туда можно попасть. Я тут сижу, ты там сиди, и все, и будем давай, ждать. Давай. Убил. Дверь открыта? Да. Приходи ко мне быстрее. Я бегу. Печки нужно лутать. Там турели врублены. Работает, есть только, да? Направо пройти. Блин. Стой. Держи хилки скинул. Возьми хилки сначала. Ладно, я забрал. Убил его на крыше, болт упал. Найс. Смотри, тут вылезти можно, убить калашиста сейчас. Я иду к себе. Где калашист? Вижу. Меня убили сразу. I can see your arm, bitch. You dumb or something? Калашист на улице? А меня с крыши убили. Понял. Это все равно, это было круто. Это было круто. Cheesy, leave my base alone. И все уже знают. Он в меня не попал. Они меня уже знают. Тупо китайцы, которые уже знают, кто это. На. What you doing? Пошел нахуй, братан! Пошел нахуй! Немного подоставав моих соседей, я решил еще поставить им парочку подарков в виде шкафчиков. Они шкафы поставили. Да ладно. Я ж тебе говорил, это гениальный план. Они с двух сторон поставили шкафы, но это им не поможет. Я хочу посмотреть, поставили они шкафы на улице или нет, или как далеко бьет у них билда. Друг! Чё? У них в упоре можно шкафы лепить. Да, прикинь, мост построить на китайскую стену. Все, я пошел домой за деревом, все. Отлично. Закини камень туда.
Наставив как можно больше шкафчиков, я побежал лутать сферу, так как нам нужны были скоростные ракеты. Давай, может быть, сейчас под сферой посидим, короче, поперерабатываем нефть. У меня уже ее сотка собралась. Давай, я как раз наверху питон нашел. Базука у нас в самом днище. Да, тут очень нужно будет много потратить. Слушай, это получается... Я половину прошел уже. И пока мы пробегали рядом, мы увидели, что у них на крыше выключены турельки. А это означало, что нам нужно найти коптер. И вот представляете, какое совпадение. Мы знали, где мы можем отжать коптер. У нашего соседа. Да, это коптер. Камон, тут еще и топливо было. Полетели? Полетели к ним на крышу. И вот в этом моменте начинается поистине легендарная фигня. Я готов. Да, я тоже, let's go. Поехали. Надо посмотреть, турели не офнуты, ну, офнуты или нет. Садись, там ящики открыты, садись на крышу. Готовься, просто сиди тут. Тут ящики закрыты. Я вижу. Надо ломать. Тихо, тут хата открыта полностью. Чувак, Че? Тут калаши! Да ладно! Я вижу. Спускаемся? Тихо, я спустился ниже. Я с тобой. Тихо, не спеши, вдруг тут гантрап. Окей. Тут все открыто. Да ладно. Я жив. Я вижу. Я тоже жив. Ты жив? Да. Я тоже. Я еще ниже иду. Тут еще я калаши. Тихо, тут магаз, друг, тут открыто. Я вижу, друг, что? Тихо, не убивай. Окей. Убил, гаси всех, спальники ломай. Чего? Спальники ломай. Окей, подожди. Тут ракеты, друг, тут куча ракет. Ломай спальники ломай, и все. Ломай, друг. Прикрывай, пожалуйста, прикрывай. Я в шкафу. Я понял. Просто что, чувак? Подожди, не спеши, не ори. Спальнички такие. Тут. Готовься, они могут проснуться в любой момент. Я понимаю. У меня гаражки есть. Проснулся, я убил. Понес кровь. Мы не можем скат поставить. Окей. Помоги, пожалуйста, мне. Я наверху. Сиди тут. Я живу, я без хп, подожди. Прикрой, пожалуйста. Ищи оружие, все ищи. Давай заберем все ценное и улетим отсюда. У меня куча ракет, давай прямо сейчас улетим просто. Ты с ОРК. Убил человека. Убил типа. Найс. Надо сваливать. Мы можем застроить шкаф у них, слышишь, где-то наверху. Давай. Братик. Давай убежим. И вот вы можете спросить, почему мы отсюда не улетаем? А все потому, что нас сверху закрыли, и улететь мы уже не могли. Я не могу на самом верх подняться, там люди. У меня тип, меня убили! Чувак! Турели включили. Меня убили тоже, все. Это конец. Это просто конец, чувак. Эх, вы просто не представляете, насколько сильно в этот момент у меня подгорело. Мы совершили три огромные ошибки. Первое, не поставили их ник. Второе, начали убивать их в их же доме. А что самое смешное, что этот парень, который прыгал, скорее всего, он даже не собирался закрывать гаражку. Он просто собирался подняться наверх. Это реально грустно. Ну, согласитесь, суету мы все равно навели там неплохую. Расстраиваться смысла не было, ведь это было только начало нашей истории. Я вижу типа, который плавает. Но мне нечем его убить. Ну и где этот карасик? Карасик бочки долбит. Ай, чё дерёшься? Алло, you wanna fight? Мы решили отстроить еще один домик возле супермаркета. Нам нужен был скрабчик, а нафармить его было проще всего на дороге.
Я его ставил ровно сюда, блин. Отлично. Убил. Угу. О! Это папа клан. Ой. Почему он бегает с двушкой голый? У них там калашей миллион. Может фейк? Не понял, нет, это он. Точно он. Четыре пружины. Я сделал, типа, я меня его... Меня убили с болта. Ага, это вышки, да? Это, походу, его вышка. Я понял. Это интересно. Папа. Это папа. Угу. Я тебя уже не залутаю, видимо. И построившись здесь, мы были сильно удивлены, что китайцы, оказывается, все это время сидели на своей вышке. А вы ж меня знаете. Я люблю руфкемперов. Ждем. Он идет. У-тю-тю-тю-тю! Он умер. Да ладно. Папа клан is bad. Папа клан sucking my cock. Папа клан, you are bad. О, собираем яйца. Мы уже за сегодня много яиц насобираем. Чувак, эти яйца сейчас для нас спасение, пошли их собирать. Он спрыгнул. Ха-ха, pussy bitch. Китайцы выходить со своей вышки не собирались, и мы побежали искать базуку. Ух ты, тут рейдят. Я нашел рейд. Угу. Тут возле меня много типов, очень много. Тут калашисты, тут псаты. Минус калашист. Минус МПшка. Чувак? Да. Ты возле меня? Я бегу. Нет. Его убили. Я калаш забрал. Тут базука. Берданок много. Мне нужно здесь, я близко уже. Вижу голый тип какой-то бегает, осторожно, если что. Тут сера. Я собрал все ресурсики, которые ныкал в Small Stash, пособирал тыковки и отправился домой. И очередной раз, пока я пролутывал сферу, ко мне прилетели гости. Да, я тут. У меня коптер наверху, алло. Ты где? Где наверху? У меня тебя? У меня на сфере типы. Иду. Возможно, коптер застрял, я не знаю. Кто-то у меня на сфере есть. Ты не видишь никого? Никого не вижу. Он по парапету может ползти ко мне. К сожалению, коптер застрял, и вытолкать его не получилось. Но зато у нас появилось огромное количество скрапа. Так, смотри, патрон изучил, берду изучил, прицел, ракетницу. И скоростная, наконец-то! Неужели? Похлопаем, друзья! А еще мы решили посмотреть, что находится у них на деревянной вышке. Я с тобой. Коптер. Слышу, мимо. Сейчас, подожди, я залезу и скажу, лезть тебе или нет. Давай. Немного металла, капля вообще, кроха. У них есть решетки, но тут есть ящик, смотри, закрытый. Пока китайцы афкашили, мы решили провернуть план по захвату их башни. Я бегу. Блин, я дерево забыл, ты взял с собой дерево? Да, я взял, нормально все. Окей, я иду. Чисто диверсия происходит. Что такое? Перелезть не смог. They right in front here. Убил его. They're going in. They're right under there. Дроп мне патроны. Сколько там хп? 70. 4 патрона. Найс. Я внутри. Я тоже. Тут болт. Тут закрыто. Угу. Пойдем выломаем быстро. Давай кровати сломаем у них. Ну, дай посмотреть на твой трофей. Красавчик. Все. Дай взглянуть. Земля какой. Тихо, не-не-не, уйди, ты шумрешь. Я почти убил. Один минус. Найс. Пок.
Я открываю окно. Не надо. Зачем оно тебе нужно? Давай долби стенку и все. Окей, давай. Ты закрыл окно? Ты хо... Да, ты хочешь им полностью сломать вышку? Да, сейчас не все мы. Давай. Тут тип у нас. Убили? И вот все упало. Не-не-не, еще один. Я много дал. Нас бахают! Чего? Что это? Убил, все окей. Ты где вообще? Это реально нас бахают, я снизу сижу. Чего, боже? Ты живешь? Да. У меня есть для тебя бинты, держи. Давай. Я наверху ломаю, если что. Давай, я дропаю. Ха-ха! Минус вышка. Гохнем, может, на самый верх залезем, вышка. Он меня повалил. Он добьет меня. Окей. Да. Половину вышки мы у них уничтожили. Но мы на этом заканчивать не собирались. О, нифига нет, ты все равно много тратишь, но не так много, как раньше бы потратил. Оп. Я предлагаю докоцать и оставить по 10 хп. И все вместе, да, резко взбить? Да. Давай, раз, два. Три. Вот один мешочек прилетел, что у него? Какашка какая-то. Да. Но зато теперь у них вышки нет в любом случае. Типы тупо вышки лишились. Блин, ни один из старых не работает. Жаль. Че, пойдем теперь нашу теперь вышку строить возле их дома? Давай. Их вышку мы сломали, мы теперь пошли нашу строить. Рядом с их базой. Отлично. Папа, папа! Yes, China, папа. I look one video is one man is fuck you in your base, eh? Is a GPU, it's, huh? It's him. It's cheesy. This is cheesy. This is the YouTuber. He's fake papa, not real papa. I'm big papa. Real papa. I'm big papa. Fake papa. Yeah. Fucking fake papa. Shut the fuck up, cheesy. Nah, it's a Когда я был на аутпосту, я встретил папа клан. И вот сейчас посмотрите на мой ник. И посмотрите на ник этого молодого персонажа. Стой. Чай, лови. All time. Fuck you. Let me. You like my tranny face? What? No way. No fucking way. You look the same. У нас одинаковый персонаж с типом, у которого такой же ник, как у меня. What if we kiss the man from? И вот просто посмотрите, мы с ним похожи, как две капли воды. Китайцы нашли наш основной дом. Они прям под хатой у нас? Да, ну почти под хатой. Неподалеку вот здесь. А что если взять калаш и лицо им разбить? Они у нас на доме прыгают. Возле дома, на камнях. Я ракеты крафчу скоростные. Давай. Не пришли ли они нас случайно рейдить? Я не знаю, но они без РПГшек. Он что сделал? Он сам себя взорвал. Он меня взорвал. Меня взорвали. Меня тоже. Но они, по-моему, обычными ракетами. Нет, все, меня спальник вырубили. Они прям внутри? Да. Я внутри закрыл, вторую дверь закрыл, все. Красава. У меня спальника нет. То, что я закрыл дверь, нас не спасло. Нас все равно дорейдили. И в этот момент у меня появилось огромное желание достать папа-клан и отстроить возле них вышку. Но для этого мне нужно было развиться почти с самого начала. Почему почти? Потому что у меня был еще один домик. А ты гений ставить ник. Папа клана. Только я тебе одну вещь скажу, у тебя видишь этот ник? Да. Ну. Это у них лидер, и этот лидер баба, поэтому не прокатит с таким ником что-то делать. Ну похуй, ну я пробую. Слушай, дядь, а мой ник что значит? И после роликов про папа клан, клан папа обрел очень много русских шпионов. Ну
ебаный дурак. Получи. Сходи переработай вот это. О, чизи, реально. Возьми вот переработай тарп. Я не думаю, что он по тебе стрелять будет. Не нравится? Просто сбери, ты перестрелял руф кемпера. И конечно же, после того, как я забрал у них скраб, он сядет на вышку. Но для него у меня был специальный сюрприз. Болт, по-моему, упал вниз. Пока, болтик. Я перерабатывал все, что видел. И все, что видел, тоже перерабатывал. И наконец я решил отстроиться в другом месте, чтобы пофармить на скоростные ракетки. Ах да, забыл представить. Это Попога, также известен как Пончик. И он любит фармить. Здорово. Привет. О, нормально. Опять вот этот треугольник отвратительный. Хух. А еще мы нашли халявный второй верстак, о, который сразу решили сразу забрать. Чел, посмотри, посмотри, школу. Ого. Тикаем, тикаем. Уваливаем отсюда. Ты, сколько ткани? 260 тканей, 600 скрапа. У меня 1000 тканей. Слушай, нихера, блядь, потребуем и выстреливаем. Что там за файт? Какие-то однорукие, блядь, войны бесконечности, блядь. Давай левого задушим. Хотя правый волпа не пушит его. Лутаем. Один минус. Я ему башку дал, он меня повалил. Зачем так умер быстро? Убегает вправо. Пикает. Дал хит. Живешь, не? Да. Дал хит ему. Повалил его! МП5 убил! Я нашел пушки! Уходи! Подожди, уходи, чувак, подожди. Они пушат! Они сейчас... Отходи, я долутаю! Надо их убивать, слышишь? МПшка минус. Ок. Он мой глаз был. Нет, не лаз, там еще. Это еще. Где? Там же, дал хит. Так они валяются оба. А. Тут пушек миллиард. Ты видел, смотри, у этого. Уходим отсюда. Я зашел, можно, пожалуйста, спальник? Так, сейчас, напиши один. Да, сейчас. Ты слышишь этого пацана? Он байтит, чел, он байтит. Там два типа подходило, один из них говорил, помоги. Это же байтит. Надо с деби выходить. Выбегай первый. Look in the crack, man. I will give you a chocolate bar, man. Primitive. Откис. Их двое было. Второй минус. О! Hello, man, I'm friendly. I'm friendly. Он умер. Привет. Ну, а тебя пачки. Нифига себе. Давай. Так, пока ночь, нужно бежать туда фастом. Ребят, все, бежим, да. Китайцы сели на вышку с пуликами, и я решил попробовать к ним туда пробраться. У них вышка больше нашего дома. Тише, только не топайте, кто там позади бегает. Пикают в вашу сторону. Нет! Убил на крыше, калаш упал. Еще один. Не пикает, не пикает. Забрал калаш. Пикает, тебя пикает, вниз. Башку разбил ему. Найс. Чизи, leave us alone, Чизи! No, Чизи, please! Пикает. Убил. Второго, наверное, убил. Лучше я бегу. Бомжи подходят со спасом. Но отжать пулемет у них не получилось, потому что их реально было там много. Плюс они поставили турели, и мы решили пофармить фармил, которые фармят в зиме. Блять, готов стрелять, видишь? Да, с берданки стреляю. Одного ранили. Дал один минус. Добил. Держи подарок. Найс. Он у вас выпадет. Не дай ему выйти оттуда. Следующая моя летит. Попал. О, нормально.
О, идем? Вы заблочили, да? Нет, слева, слева, вижу. Ну, я им сейчас подарок отправлю. Да. В дом вроде зашел. Я знаю, где основа, пацаны, я знаю, где основа. Ой, это открываешь, что ли? Это лутовая. Вот, тут все открыто. Меня убили, парни. Да ладно. Да, здесь все открыто. Меня убили, меня снизу убили, все. Это я тебя случайно, тихо, живи, я тебя хиляю. А зачем ты меня убил? Бомжик возродился. Я с палки у них ломаю. А нам нечем добахать эту дверь. Капец их, чувак, тут. Кровать. Давай свалим. Да иди на... Наша дверь. Откуда у нас билды же нет? Он поставил дверь. Рейдить нам было нечем, и поэтому мы решили изучить бобовку и сачельку. Пойдем бахнем быстро дом этот. 4 скрафта уже. И где? Где там? Я могу и тут спрятаться. Ой, ладно. Ой, да чел. Ой, это ресурсы. Тут что-то есть, 4 трубы. Ого, нифига себе. Ничего нет, мусор. И после этого мини-рейда мы обустроили наш домик и сходили купили коптер. Ну, вы же уже догадались зачем, да? Так, смотри, вот турель. Подожди секунду. Постараюсь зависнуть правильно. Вперед еще. Там тип стоит наверху. Убивай. Подожди, давай если я стрельну, и он повернется, улетаем отсюда. Давай. Он улетает, улетай. Он с пуликом сел. Он нас увидел? Да. Корова, давай собьем ее. Налево, где? Налево, корова, вот впереди. Давай. Стреляй. Мимо. Сюрприз. Сюрприз, бич. Еще коптеры, коптеры еще. Где? С другой стороны вроде бы, если мне не показалось. Нет? Они внутри походу у них как-то стоят. Капец, мы злодеи. У меня вообще люто лагает коптер. Что происходит, я завис полностью. Проблема в том, что ты над водой и по нам стреляют. Нет, ты не лежишь. Ты можешь прыгнуть, я пересяду. Пробел нажми. Давай, я прыгнул. Все, прощай, брат. Я перезахожу, сервак? Ты в воздухе завис. Да? Да. Понял. Улетаем! Улети! И не вспоминай меня! Куда мне это складывать все? Я подождал еще минут 30 и решил вернуться к этому кубу, который строил папа клан. Hello. Хороший дом, пацаны, хороший. You've got a crossbow. It's not
It's not crowd build, brother. За мной увязался какой-то бомжик, и как оказалось, он только начал играть в Rust, и я решил помочь ему отстроить свой первый домик. Build base close to my base. I can cover you. Okay, man. Thank you. You can upgrade this base because I can destroy your wall. Are you building this base for this dude? Yeah, this guy new in this game. А я сейчас как накрафчу побольше ракет скоростных, ух, будет весело. Правда, нам еще базуки, походу, нужны. Ну ладно. Знаешь, что челик пишет? Че? Типа, челики просят вернуть металл обратно. Так, я сейчас верну, да. Подожди, я сейчас верну им металл. Зачем? В виде вышки. В виде огромной вышки, с которой я буду по ним стрелять. Слушай, так знаешь, что давай отстроим? У меня же есть гениальный план. Вот тут гора у нас будет стоять, да, мы сейчас перейдем. Только нужно какой-то дом такой отстроить, чтобы было легко его дефать. Так вот, смотри, короче, вот так вот, вот такая кибитка для рейда у нас будет. Чтоб они пришли рейдить. Классно придумал. Вот, с их стороны это будет вот так выглядеть. И как только мы спланировали, что будем строить, сразу отправились к их дому, чтобы начать строительство. Я не помню, где ты его застроил. Блин, сверху офигенно выглядит. Сейчас ой, просто это шедевр. Это шедевр строительства. Так, какую отстрелку делать? Какая будет лучше всего? Ну, с окнами, мне кажется, говно. Ну, по факту, да. Нам, походу, много дверей надо будет делать. Кайф. Что-то такое? Это не по нам? Не-не-не. Жаль. Но скоро будет по нам. Что это было? Дима, к нам чел бежит. Дим, так надо поднять под уровень отстрела, наверное. Они нас палят. Они нас рассекретили, все, у нас тут бомж. Прямо здесь. И пока мы строили свою вышечку, они строили какой-то купол. Ну я не мог туда не сходить. Вижу тебя. Он где-то здесь. Выходит. Выходит прямо здесь у тебя. Хорошо. Азмата не вижу. Лута, я чекаю, Диман. Вышел! Хорош! На крыше с пуликом! Хит ему! Еще хит! Согнал его, уходи! Я к ним на вышку сейчас залезу. Давай. Я внутри. Все. Тут какой-то труп есть. А что у них там за дырка в кубе? Так я их тут и убью сейчас. Это вход у них. Я не могу просто с этого не орать. А ты не можешь отстроить там ничего, слышишь? Нет, тут БМВК апнут куб. Да, сиди. Черт. Не добежал. Хало, Russian bro, хало. Мне кажется, у них горит. Мне кажется, надо гаражки побыстрее ставить. Что здесь такое... ощущение. И пока я бегал домой и крафтил гаражки и скоростные ракеты, нашу вышку уже начали рейдить. В нашу кибитку запустили ракету, ребят. Походу нас бахают. Скоростную? Не знаю, сейчас скажу. Два чела. Нет, обычные. Обычные ракеты нас бахают. Нас бахают. В смысле, я встаю? Они прям в металл бахают, в бочину, там где шкаф. Им не понравилось наше творение. Чувак, блин. Не я. Чекай, где я. Я зашел домой. Хорош. Yeah. Но сейчас вынесут, вот пустовая. Прилетела ластовая, парни. Uh-huh. Одну хазмату долбушу. Ракета сюда летит. Взял катку панча. Живешь? Да, я выжил, я наверх убежал. Я не могу, у меня огненка. Он перезаряжается, парни. Я наверх пошел. Давай. Минус один. Хорошо. Еще палитка. Меня убили.
Нечем застраиваться? Убил одного, понч, лутай. Ракета. Они наверх стреляют. Я знаю, это у меня. Мы всех убили, по-моему. Нет, нет, ласт остался, два хита дал ему. Я дед. Застроился. Хорош. Где застроил? Ну, одну стенку застроил, вторую. Не знаю. Там ласт остался, ты можешь пробовать застраиваться по фулу. Чел, с чем мы можем туда прийти? Застроился в дерево, больше ничего нет. Рейдят. С моей стороны по стенке. Вы можете по калашнисту пострелять, отвлечивать? Я не вижу твой калаш. Вижу. Нахитовал. Уйди, уйди, уйди. Патроны кончились. Забегай, забегай домой, очень близко. Уходи. У меня где патроны нет. Где калашист? Я лутаю себя. Ай, тут дыра. Ой-ой-ой. Конч, ты сдох? Нет, нет, я сижу тут же. Смотри, смотри, сейчас запрыгивать буду, сейчас запрыгивать. Пускай прыгают, я сижу, я в сейве контрю их. Один минус. Снизу, снизу, под тобой, Тим. Меня убили. Убил! Хорошо, там поднять бомж. Можно? Убил! Ай, у двери 0 HP. У двери 0 HP вообще. У первой? У первой? Или у да, 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 да. Киянка есть? Дай киянку фастом. Держи. Пока есть китайцы крафтили дроп-бань? Ракетки, чтобы нас да. зарейдить, мы решили немножечко отремонтировать нашу крепость. Ведь точно были уверены, что они придут еще раз. Что это вообще такое? Это топ-контент на месте называется. Выходят, выходят, выходят. Они в нашу сторону идут. Е-бой! Я, короче... Стоп, я на вышке сижу с ракетами. Там просто на крышу, а не на вышку. Можно зайти? Нет, тут можно через дверь выпрыгнуть на крышу. У меня тоже базука. На него медведь напал. У нас там фундаменты хоть. Идут, 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 идут. Чизи, you have more gun? Минус. Лутайте, лутайте его, у него калаш. Ты убил его? Да. Сандрей, иди лутай, я на крыше. Понял, бегу, лутаю. Скидываю. На вышку вылезет. Там бомж, бомж, бомж. Нету бомжа. Сюда. Во-во-во, на фонариком на крышу лезет. Чизи, you have no guns, такой говорит, иду сразу плюс калаш. А, я промазал, куда она полетела? На нах. Почти попал. Ну ладно, я не буду много заплевывать ракетами. Я еще самую малость их подбайтил и сел выжидать их рейд. Ведь для них у нас был особый сюрприз. Ха-ха-ха! Слева. И... Найс, я найс, съел, найс. О, нас рейдят. Напиши Илюхе, слышишь? Сейчас, я уже пишу. Я здесь. Нас рейдят. Я уже понял, сейчас беру оружие. Много ракет уже прилетело? 4 или 5. Ствола нету никакого, походу. Куда они бахнули, я не понимаю. Опа, они что-то бахнули уже. Что-то да, упало. Есть патроны какие-то? Любые? Они внутри! Патрон на берду есть, на. Давай, 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 чуть-чуть хотя бы. Кайф. Вижу одного за шкафом. Не, не открывай дверь, голый. Такой. Убил голову с ракетницы с калашой. С калашой, ебать, что я сказал? Что я сказал? Я могу прямо сейчас одного убить со скоростной. Ты их видишь? Сейчас нет. А, меня убили с пулика. Ого. Ой, ебать. Убил. Я сдох, я сдох. Меня с ракеты у него ракеты сишки. Я бегу с улицы. Бомж на мне, Дима, смотри сзади. Убил. Тут дырка в стене, чел. Не знаю. Тут бомж залутал что-то. Я топ-сет забрал, сишки ракеты забрал. Я контрю, подожди.
Сейчас я ему подарок туда отправлю. Если он не хочет выходить, я ему сейчас другой подарок отправлю. Задолбал сидеть тут. Сейчас, стой, 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 не спеши. Он жив. А сейчас? Хорошо. Минус пулик. Давай драться до последнего. Зачем застраиваться? Прям хочешь на мужика, да? Ну да, мы же на помойке. Давай на мужика. Могу тебе даже стеночек дать. Гуляйся. Эй. Я его не вижу, Дима. Хорош. Ты убрал его? Я не знаю. Он жив. Не, лежит в хазмате, да, был? Сзади. А, это твой тиммейт. Да, его минусанул. Я его добил. Вот калаш лежит, взял. О, еще калаш, найс. Кэт, давай домой. Кэт. Камешка еще чуть. Это вы верты залутали? Нет. Так а что, все? Они ливнули, типа, или что это? А, не, они строят, смотри, этот. Опять? Будку свою квадратную, да. Слушай, а что если будку у них бахнуть? А я с чем? Две сишки, 9 ракет. О, но этого не хватит. Убил его? Да. Уничтожил. Metal fragments. Yeah, I don't think there's anything left. Oh, there's nothing left. Ah, sorry, bro. Love your clan, bro. Papa clan is really nice. Зачем он прыгнул? Что получается все? Надо было на раз за три, мне тоже было. И сразу соседнюю салютик. И последнее время китайцы полностью начали нас игнорировать. И нам просто стало скучно играть на этом сервере. Поэтому ракеты и сишки мы решили вернуть им обратно. И подарить наш монумент в честь Биг Дика, который простоял два рейда. Just come to me. I show you magic. This base like penis, okay. Like big penis. Yes, I know. Like big metal penis from. Yes, I know, big penis. Yes, I know. Bro, I told you, I back your metal fragments, and this is penis from your metal. This is 200 IQ. Nice fingers base. IQ brain base, no. Ну так смеется, прикольно. 200 IQ penis base, really nice. Там Клава лучше слышно, чем его. This is your rockets, my friend. You can take it. Let's just leave from the server. Okay. Are you gonna find new clan next wipe? Yeah, boy. Swipe, I don't fight with your clan, maybe, and you can I fight found... NR, there is other clans. Many other clans. Yeah, I found new clan. Thank you for this wipe. You can kill me with Yoka. Thank you for all the trouble. Okay. Yoka, okay. Да, это конец этого ролика. И конец этой истории, весьма долгой. Истории в три ролика. О знакомстве с папа-кланом, противостоянии с папа-кланом и уничтожении их клановой крепости. О взломе пароля и о войне с самым-самым огромным кланом на сервере. Да, это было тяжело, в некоторых местах у меня просто нереально горело. Но это того стоило. Действительно, это самые лучшие ролики на моем канале. Ну, я так считаю. Ну и если ты хочешь поддержать мой ролик, обязательно подпишись на канал, поставь колокольчик, лайк и все в этом роде. И в скором времени, очень скором времени, выйдут новые истории. Истории про другие кланы, про другие рейды и так далее и тому подобное. А пока я пошел чилить, потому что я реально задолбался монтировать этот ролик. Все, всем пока. Я знаю, что ты еще смотришь. И если ты досматриваешь вот до этого момента, вот реально ты красавчик.
просто я выражаю тебе респект. А вообще, ну ты же сам понимаешь то, что я сейчас сижу и тяну время, чтобы растянуть хронометраж до часа, ну потому что час это круто, да? А тут будут типа ностальгические моменты по другим роликам, ну согласись, я же гениален, да? Ну и самое главное, не болейте. Всем пока.